Мяч. Игроки в пожарной форме, огнетушители вместо ворот. Такой игры город еще не видел. Первый флешмоб среди пожарных Ненецкого округа прошел за зданием Арктического спасательного центра. Его приурочили к 25-летию Министерства и Дню защитника Отечества. Футбол на снежном поле сыграли две команды. В их составе сотрудники МЧС 2-го и 4-го пожарных караулов и просто желающие примерить на себя спецформу спасателей. Игра с мячом в боевках требует немалых физических усилий. Минусы такой формы – ограниченность действий и видимости. А ведь главное в футболе – ловкость и быстрота реакции. Они и определяют исход борьбы. Кстати, мгновенная толпа, так переводится с английского слова «флешмоб», в Нарьян-Маре уже не редкость. Такие мероприятия позволяют придать гласности не только масштабным праздникам, но и небольшим событиям. А поучаствовать в массовой акции может любой желающий. Будем надеяться, что этот флешмоб не последний. В дальнейшем еще будут подобные флешмобы. Приглашаем присоединиться всех к этому флешмобу. Я имею в виду других регионов. Ну и желающих тоже поучаствовать. Впечатления, ну, сами видели, всем было весело, все было организовано, я считаю, на хорошем уровне. Со счетом 1-0 победила команда 4-го караула. Поприветствовав друг друга криками «Физкульт, ура!», команды обменялись крепкими рукопожатиями. Сотрудники МЧС уверяют, представителям их профессии спортивные мероприятия очень нужны. Если проводить их в интересной форме, они помогают справиться с физической нагрузкой. Роман Христюк, Леонид Шишелов, телеканал «Север».